Завершился пятый день отделки ванны под ключ. Сегодня было сделано. Установлена ванна, собран экран под ванну из гипсокартона. Вот, и уложена плиточка на пол. Вот, и заштукатурена стеночка. Все, завтра приступим к отделочке стен уже. Напомню мастерам-плиточникам, которые занимаются конкретно плиткой и не делают остальное, ну, например, установку дверей, вот, где подрезать плитку в проеме. Вот. Для этого мы уточняем у заказчика, в какую сторону будет открываться дверь. Вот. И в данном случае у нас открывается наружу, то есть здесь с ванной в коридор. Вот. Поэтому подрезка осуществляется ровно под полотном. Полотно дверное 4 см, поэтому мы отступаем от створа стены, в сторону, в которую будет открываться дверь, 2 сантиметра внутрь проема. Вот. И здесь аккуратно подрезаем подрезаем плиточку, вот, и отшлифовываем краешек, чтобы потом примыкание напольного покрытия, которое будет в другом помещении, было очень аккуратно и под дверным полотном. И при закрывании двери ни с той стороны, ни с той не будет видно напольное покрытие соседнего помещения. Вот. Приобрели себе такой вот небольшой станочек Husqvarna 230F 230 кругом, вот, на помощь, так как работы сейчас много, не всем мастерам хватает инструмента, поэтому прикупили такой станочек, чтобы где-то что-то делать подрезку без пыли. Вот. Подкупил данный станок нас тем, что у него, чтобы делать заусовку, то есть поднимается не стол, вот, как обычно в других подобных станках, а наклоняется сам двигатель. Вот. То есть мы наклоняем двигатель под 45 градусов и можем производить заусовку более удобно. Вот. Посмотрим на следующих днях, как будет производиться заусовка здесь. Я сниму видео обзор данного станочка. Кому интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.